Добрый день, друзья! Сегодня у нас следующий рассказ Бианки «Лис и мышонок». Мышонок, мышонок, от чего у тебя нос грязный? Землю копал? Для чего тебе землю копать? Норку делал? Для чего тебе норку делать? От тебя, лиса, прятаться? Мышонок, мышонок, а я тебя подстерегу. А у меня в норочке спаленка. Туда можно спрятаться, мышонку. Кушать захочешь, вылезешь. А у меня в норке кладовочка. Мышонок, мышонок, а ведь я твою норку разорю. А я от тебя под норочек и был таков. Видите, если залезет лиса, то у мышки есть запасной выход. Он тогда раз и убежит дальше. Вот такая хитрая мышка. Всего вам доброго. И жду ваших комментариев. До свидания.